За 3 дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» было выявлено и привлечено к административной ответственности более 650 иностранцев и граждан Республики Казахстан. Документы можно ваши? Как сообщает пресс-служба ДВД, сотрудниками ОВД области за невыполнение решения о выдворении были задержаны 2 иностранца, в отношении которых возбуждены уголовные дела. За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечены 23 работодателя. За 3 дня проведения ОПМ сотрудниками ОВД области 13 иностранцев выдворены за пределы Республики Казахстан. Кроме того, были задержаны 10 уголовных преступников, находящихся в розыске. Напомним, ОПМ «Нелегал» проводится на территории области с 13 по 18 мая. Его цель – противодействие незаконной миграции граждан третьих стран и торговли людьми. Разыскано и установлено, задержано 10 уголовных преступников. Также работа в данном направлении продолжается.